Госреформа и национальный проект обсудили на заседании при губернаторе. Уже известны успехи и промахи в воплощении задач, поставленных президентом. Ответственные лица представили результаты за полгода. При составлении отчета использовали принцип светофора. В зеленой группе находятся проекты, выполненные наиболее эффективно. На вершину выбрались экология, малый и средний бизнес и экспорт. По ним заключено более 65% контрактов. В желтой секции находятся нацпроекты, в исполнении которых выявлены некритичные отклонения. Речь идет о нацпроектах здравоохранения и образования. Законтрактовано сейчас 78,4% выделенных федеральных средств. Это значение, коллеги, выше среднего по России. То есть по России у нас 65,6%. И выше Приволжского федерального округа, там 59,2%. Мы занимаем 5-е место в ПФО по данному показателю. Но не все так радужно. Есть нацпроекты, отстающие по показателям. Они находятся в красной зоне светофора. Например, содействие занятости женщин. Не готова документация на строительство детского сада в Засвияжье. Проект современной школы на данный момент тоже реализуется проблемно. Есть риск того, что в Заволжскую школу не вовремя поставят оборудование. Проекты по обращению с коммунальными отходами и связанные с дорожным движением также в списке аутсайдеров. Глава региона недоволен выполнением национальных программ. Сергей Морозов высказал свою позицию в отношении работы аппарата правительства. Или как обычно, там, где хорошо, значит, вроде бы это наше участие. Как надо поощрить. А там, где вот у нас 29 проектов в красной зоне, тут вроде никто не виноват. Вот так звезды расположились. Это промежуточные итоги. Да, то есть мы сейчас уже не можем в достаточной степени сказать, давайте что тогда мы точно и поощрим по итогам года. В связи с пандемией сроки выполнения нацпроектов перенесены с 2024 на 2030 год. Также в семье нацпроектов ожидается пополнение. Вскоре появится новый под названием «Туризм, индустрия и гостеприимство». Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.